Иди ко мне, мой малыш, иди, мой маленький. Хочу показать вам утеночка. Вот, смотрите, смотрите. С этой стороны на головке ранка. И с этой стороны ранка. И клювик в крови, вы видите? Малыш. Малыш, давай я тебе тут покажу. Только он может свалиться. Видите, вот. С этой стороны вот ранка. И вот с этой стороны. Опа, тихо. И вот с этой стороны, друзья. Стой, 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 малыш. Вот, видите? И рана на клюве. Этого утенка спасла. В буквальном смысле, друзья мои. Спасла от смерти. Из зубов утки. Спросите, как и какой утки. Опа, тихо, сейчас упаду аж. И вот не знаю, куда его сейчас определить. Не вот от этой утки, которая их водит. Мама утка. Нет. Ой, залез этот утенок, друзья мои, в утятник. А залез очень просто, через щель. Они рядом гуляли. Утка бросила утят, пошла себе гулять дальше. А утеночек бедный этот залез. Через щелку залез в утятник. А там утка, недолго думая, схватила его, слушайте. И чуть не сожрала. Она, получается, его схватила клювом своим за голову. Если бы утка схватила его за шею, то ему был бы конец, этому утенку. И если бы я этого не увидела, то да, ему бы точно был конец. Его бы утка, наверное, сожрала бы. И вот я собственными глазами первый раз увидела, как утка схватила утенка. Но как она его сожрала, если бы да, то я бы не увидела. Вот, проходила мимо, пришла как раз дочка, мы пошли свеклы нарвать. И увидела, представляете, в зубах у утки вот этого малыша. Боже мой, мы с дочкой зашли в утятник, давай бегать за той уткой. А она же не подается, вы понимаете, она еще убегает от нас. Я думала, хана этому утеночку будет. Но он был еще живой, представляете? Вовремя, вовремя мы подошли. И получается, спасли этого утенка. Я его отдельно пока держу. Вот он уже более-менее даже окреп. Начал попискивать, а то вообще молчал. И ранка у него тут. Я думаю, может, он оклемается. Я его пустила. Он, конечно, бегает. Он бегает. А ну, давайте посмотрим, как он сейчас себя поведет. Вот, видите, пищит, он ко всем идет. Ну, я думаю, чтобы дать ему возможность, знаете, друзья, окрепнуть. Вот. Потому что сейчас он слабенький, и чтобы его никто не обидел, не наступил на него, да? Вот. Потому что утятки тут кушают, и вот он к утке подходит. Я боюсь, что она увидит кровь на клюве, да, и она его может что, долбануть? И сейчас утки уже заходят, вот этот утенок, заходят в домик на ночлежку, видите? Вот, вдвоем. Ха, смотрите, на утке сидит утенок на спинке. Любят они сидеть, слушайте, на спинке. Утенок уже зашел туда. Ну, пусть тогда он там греется. Может, это и к лучшему. Вот, уточки уже заходят в домик. И утятки за ними. Видите, как следуют. А эти затерялись, малыши. Посмотрите, посмотрите, малыши-карандаши. Да. Ой, друзья, у меня сегодня грустный день. Я потеряла одного утенка. Одного утенка потеряла, а второй утенок вот. Показала вам. Утка чуть его не сожрала. А второго утенка потеряла, друзья мои, пепельного цвета. И я не знаю, кто виновник. Его придушили. Друзья мои, на следующий день продолжаю свое видео снимать. Утята мои. Тут не все. Вон они.
Идут. Идите. Идите, малыши, идите. Думает, смотрите. Отстали и пищат. Идите, идите. Не бойтесь. Ой, там еще их много, друзья мои. Давайте, давайте, подтягивайтесь. Подтягивайтесь, малышня. Давай, давай, давай. Учу, 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 учу. Давай, давай. Смотрите, как они боятся, да? Увидели меня здесь? Давай, 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 давай. Давай, давай. Нет, вставай. Нет, вставай. Боятся, но все равно бегут, куда им надо. К намеченной цели, да? А вот мой старшенький тоже догоняет. Но он не боится. Эти старшенькие меня не боятся. Утята паслись на травке. Я их в огород выпускаю. Они мне там порядки наводят. Перебрались, друзья мои, на кабачки. Представляете? Я что-то не подумала, что они могут кабачки жрать. Листья кабачков. Сожрали мне уже несколько кустов, представляете? Я заметила, это случилось тогда, когда вот именно выпустила уток больших в огород. До этого вот эти старшенькие утята большие, которые, они не трогали кабачок. Они ходили, травку щипали, ну и перец у меня щипали. Перца уже нету. Как выпустила уток в огород, они показали утятам, что можно жрать, оказывается, кабачок. И слушайте, он для них, видать, сочный, сладкий, вкусный. Жрут они его. Все цветочки на кабачке, соцветия все съели. И доедают сами листья с кабачков. Вот такие вот поедатели, не только перца, но и кабачка. И смотрите, друзья, две мамы утки водят мне утяток. Спокойно, никто никого не обижает, дружненько водят утят. Ну, одна, конечно, уточка, та, которая первая у меня водила утят, начала водить, да, она, конечно, на себя берет главную роль, то есть под нее больше утяток подлазит, она раскрывает свои крылышки. Это вот эта уточка, которая с правой стороны, которая уже сейчас ближе к нам. Вот она раскрывает крылья и под нее подлазит как можно больше утяток. Вот все прячутся. Ну, утята такие, они же кучкуются. Они такие стайками бегают и видят, куда одни бегут, туда и другие должны побежать. Вот. А вторая уточка уже греет оставшихся утят. Хочу продолжить то, что я вчера начала говорить. Я начну вот с этого утенка. Покажу вам, как он сегодня выглядит. Вот он, этот утеночек. Вот он. Вот он, видите, возле уточки. Утеночек, подожди, мой маленький. Я хочу тебя показать, малыш. Так, какой ты сегодня? Стой, 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 стой. Стой. Видите, с этой стороны уже как бы немножко больше, ну, зажила, не такая рана. Стой, а то не видно. А вот с этой стороны, друзья, опа. Стой, стой, стой. Вот он, с этой стороны. У него заплыл глазик.
Вот видите, он его открывать не может. На клюве кровь. Вот. Ну, не знаю, отойдет этот утенок. Надеюсь, он не умрет. Вот. Глазик он открыть не может. Он у него, может быть, временно, а может быть, утка так придавила, что он не может открыть этот глаз. Не знаю, навсегда это или нет. И когда ходит этот утенок, он немножечко, немножечко хромает. Иди, малыш, иди, а то твои уже... Опа, стой. Вот видите, как он ходит. Он хромает. Убежали его. Мамашки и утятки убежали. Идем догонять их. Идем, маленький, идем. Давай я тебе помогу. Давай. Оп, стой. Или ты сам. Идем, я тебе помогу. Идем. Идем, помогу, малыш, идем. Вот так ему тяжело передвигаться. Мне его жалко. А так как ушли вперед. Вон они вперед пошли. Иди, малыш, иди. Иди, иди, иди. Вот так, вот так. Ну да, да, гуси. Как же без вас? Начали мне тут кричать. Так, ну вот. Мы пришли. Кабачковую зону. Вот, смотрите, какие у меня красивые кабачки. Вон, видите? Поедатели кабачков. Я уже пустила их. Разрешила на этом участке. Пусть уже доедают. А гуси, смотрите, видите? Они видят. Они видят, что тут бегают утята. И они... ревнуют, скорее всего, да? Они тоже хотят выйти и погулять. Очень опасно приближение утят к сетке. Они пролазят через эту сетку и туда могут запросто проскочить. И гуси обидят утят. Нежелательно пускать туда утяток. Две мамашки на стрёме привели утяток в зелень и наблюдают, да? А вот старшенькие, смотрите, тоже не дремлят, пошли мне жрать кабачки. А тут, смотрите, застряли два малыша. А нет, даже не два, а тут еще один вон. И, а еще их тут четверо. Четверо малышей. Вон они бегут. Вы не в ту сторону пошли. Смотрите, как он эти листья жрет. Вы видите? Вы видите, как они жрут эти листья? Да. Кабачки, бедные мои кабачки. Ну, друзья мои, уже конец лета. Я думаю, ладно. Пусть же дожирают утята эти кабачки. Толку от них уже никакого не будет, поэтому я разрешила. Вот малышня тут тоже. Ой, а там и кабачок они нашли. Видите, он... Кабачок мы еще жрем. Утята проворные. Проворные. Все находят. Все находят. Хоть и маленькие, но смотрите, как он деребанит этот листик, да? Как он его деребанит. Шо, гуси, сейчас и вам я дам. Сейчас дам вам травки. Хотят они гулять. Сколько им травы не давай, гусям. Они хотят на волю. Он кричат. Он как пожирает. Вы видите листья? Ну вот, еще, друзья мои, продолжу. Я начала говорить в начале ролика, что погиб один утенок у меня. Внук нашел его мертвым во дворе. Там, где кушают утята, там, где они питаются.
Вот. Там он и нашел этого утенка бездыханного и принес мне и показал, что он уже мертвый. Услышал писк, сильный такой писк, то есть кто-то потревожил утят. Не кричите, не кричите. Не дадут сказать, не дадут. Не дадут, друзья, сказать. Кто-то потревожил утят. Был сильный писк. Внучок подошел посмотреть и увидел уже мертвого утенка. Кто его придушил, так и непонятно, неизвестно. И оказался это утенок пепельного цвета. Он самый старшенький был, крупненький такой. Ой, как жалко мне. Тут застряли, тут застряли. Давай, бегом, бегом. Бегом, бегом. Еще бегут. А ты еще тут остался один светленький. А, это вот этот, друзья мои, который с одним глазиком больным. Дом, помогу тебе, что ли? Или сам добежишь? Сам добежишь, да, малыш? И вот так вот. Мертвый утенок, кто-то его придушил. Вопрос опять, кто придушил? Или утка? Ну, я на утку в последнюю очередь подумала бы, что это утка. Мне кажется, это кот сделал. Собака бы не достала. Потому что утенка нашли вот здесь, вот буквально вот тут, где они питаются. Я внука спросила, говорю, ты кого-то видел тут? Кота, кого-нибудь, что-то видел? Говорит, нет, ничего не видел. А уже потом он мне сказал, Женька, что видел, как Рыжик уходил отсюда. Рыжик – это кот, мамин кот. Он молодой. Я говорю, так Рыжик – это ж кот. А Женя мне говорит, бабушка, он не кот, он котик. Вот так, котик. Котик, но мне кажется, что это кот придушил. Ну, не пойман, не вор. Я не могу знать, друзья мои, поэтому не видела. Но уже есть недоверие к этому коту. И знаете, один раз я видела, как Рыжик взял утенка и побежал туда за угол дома. И хотел поиграть с ним. Типа этого, знаете. А может быть и сожрать хотел. Просто я увидела и успела отобрать у него утенка. И если бы я этого не видела, то я бы уже сомневалась, да? Что это может сделать кот наш. А вот когда я увидела это все, что он вот так утенка за угол спрятал, да? То есть он хотел его, значит, сожрать. Я спасла тогда утенка. И вот где-то через 3 дня вот у нас во дворе оказался вот уже придушенный утенок. Ну, естественно, я уже думаю, что это мог сделать только кот.